Ну, ребят, ну, блядь, что я могу сказать, нахуй? Соберитесь, тряпки, блядь. Соберитесь, нахуй. Почему я выживаю, блядь, до самого конца, нахуй? Почему, блядь, я могу выжить, нахуй, а вы, блядь, не можете, нахуй? А кто говорил, что у него 27 статов было? Не у меня, он там ебал 24 было. Да. Я сдох потом. Да, просто у меня было максимальное количество, это 25. Кадыров, может, когда встал бафнуть, успели просто баф и каску, самое важное. Лапку я дал ему, когда резко. Базука, спринт, заходим, вы давайте быстрее. Время тянете. А там на входе убили. Да я видел там рога, приста, еще там кто-то вроде. Волк какой-то. Ну пошлите, выйдем, встретимся нахуй. Влад, а с таким случаем есть 3 минуты или как? Не, нету. Все, заходите. Заходите, базука, спри, давайте быстрее. Мы стоим, вход сторожим. Да я, блядь, видел Кадыров. Там, ебать, кидалось на тебя. На одних тех же самых людей кидало. По два, по три. Нет, раза. Креветка, мы не убили. Я не знаю, как у вас не хватает раги на щит. Вот на меня сейчас он уставлялся. Я только двойку слил. У меня было 3 или 4 раги всего. Я успел, блядь, кинуть 2 стака нахуй единицей, блядь, и накинуть на себя щит. И выжил. Тоже пиздец, тяжелый момент. Хотя я вот реально думал, сейчас походу не успею, но успел. Кулбав сделали, все в инсте, кулбав, лапку, инту. Так, паладин и каску по себе. Все. Причины готовности, если все готовы, добавляем. Давайте наконец-то закроем, блядь, и пойдем все по своим делам. Все, все готовы, запускаем. Влад, а не хочешь дать БЛ на третью лужу? На самом деле вообще похуй. Ну, хотите, давайте на третью займу. Мне без разницы. Просто на первую лужу почему? Потому что у всех еще бурсты нет КД. Хотя опять-таки спорный момент. Ну ладно, давайте попробуем. Так, искра появляется, я пошел посмотреть. Звезды. Звездочки. Че это за? Разбили иску. Она к вам уже подходит. Чего вы ждете? Встали. Так, новая искра. Да, ромбик. Поставил метку. Если что, РДД, я ее приму. В той искре стойте, пока сейчас я ее приму. Дам стан. Все, стан дал. Подходите сюда, разбивайте иску. Все, стойте в ней домашки. Рыба цыпа, блядь, живи нахуй. Раскол, братик. Ну, раскол нахуй. Всяко тоже, раскол. Пошли нахуй отсюда, и 105, блядь, в омине. Печенька. Я уже поставил черепок туда. Так, что у нас по процентажу? Вот эту сейчас будем разбивать иску, и после нее сразу же геру.
под ней сразу же Геру. Я ее стаундил. Где она там, блядь? Стали сюда, РБД. Все, Гера пошла на. Хуярь. На следующую иску забейте, она не долетит. Да, если что, я сам поконтролирую. Максимально вливайтесь. Баллада, сдай пока гимноману. Дюрекс, бочку. Отрезайте себе ману. Ну вот кажется, блядь, был лучше намного. 41%. Ну, по таймингу сейчас вроде неплохо все. Так, милики все точно так же. Череп. Крест. Квадрат. Блять, ну вы. Она не под лужей бьют их. Стали все. Баллада по команде. В большой круг все побежали. Давай. Давай. Не резко сделать. Да. Резко его. Кулбаф по друиду готов. Где? Дима тут. Да, да. Давай, кулбаф по друиду знали. Забежали все. Забежали. А, Сков, давай гимноману. И по команде гимнофта. Перебежали большой круг. Идер только мой, чтобы по хилам раздать идера. Да не надо, там хватает. Гимны. Псков, давай гимнах. Все, отлично, перебежали. Другой куб. Данжмастер, ты улетел, да? Да, он улетел. Он... Красавчик. Ну, значит, теперь я полечу. То скучно мне на земле, блядь. Фиолетовую метку зайдите. Ну нет, кстати, все равно по таймингу, видишь, 4 с половой, так же как и было в первом трае, так что в принципе не могу сказать, что так быстрее. Звездочку. Я чуть-чуть сдвинулся от вас на полметра, чтобы видеть АОЕшку. Понятно, базука, топчик. Ха, пизнулся. Чуть опять. Сдвинулись. Я прожался. ХП. Слушай, ну я был с пол хп, прожался, блядь, и я выжил, нахуй. Ну как вы, блядь, прожимаетесь, я не понимаю. Когда Малигас уставился на вас, ждете, блядь, в уме считаете 2 секунды, и после этого прожимаете щит. Точно так и залетайте в молнию, там вайп. Я просто понять не могу. У меня вот сейчас было меньше пол хп. Я отдал, блядь, щит. Я... выжил с фул хп, блядь, вот с той же половиной, которая у меня была. Объясни мне, как это работает. У меня половина была.
Ну, типа, люди просто спешат с первым скиллом, все отдают. Я сейчас точно так же сделал, и мне тупо не хватило ради. Не-не, мне все хватило, и на щит хватило, и секунды подождал. Ну, и ты хочешь сказать, что тебя под щитом убило? Да. Там же урон не, идет. Не верю. Там почти. Щит защищает 80% от урона. Всё. Там 20% проходит. Ну и что? Ну я его. Может он был до этого на лоу хп, блять. Только это хз как? А, это синяя взрывная сфера. Не видно там за это. Либо как по сторону летать от всех, когда и смотреть самому. Да нет, это должно анонсить. Там анимация ебанутая. У него прям, ебать, во рту вот эта молния сама светится. Данжмастер, ты заходишь? Килнис, ты как на драконов? Нормально? А куда Данжмастер ушел? Сейчас. Не особо. Может быть, я его выкинул. Да, его походу выкинул из Вова. Его в Дискорде нету. И в этом, в Вове его тоже нету. Ну, сейчас, не подождите, знаю. Сейчас может зайдет. У него, может, интернет был не стал, у него интернет отвалился. Короче, этот, поставь, Войд, поставь на себя ромб, не ромб, подожди, кружок. Вот, все на третьей фазе двигайтесь за кружком, я буду чуть-чуть в стороне от вас, чуть-чуть ниже, чтобы видеть эти плевки. Потому что у меня тут с мышкой проблема, я не могу отдалить на максимум. Чё, мегалодон на драконах как? Ярик. Все нормально было. Ой, в десятке все нормально было. Вот только что перед этим десятку с первого отряда закрыли. Влад, а сейчас есть 2 минуты? Да, сходи. Ну вот, перед тем, как мы собрали 25-ку, мы зашли в десятку с первого отряда и закрыли ее. Создание, вторгшееся сюда. Как жаль, что ваш ум не так силен, как ваша храбрость. Атейдис в холле пала, Венст. Уж уходит, да? Дюпонатор уходит. Дарк тут. Рыбоцепа. Кто-то из лоха, блядь. Знали, что хорошо, кто-то говорил, там на 2 минуты отойти. Вот, Саш, вот сюда, вот в стороночку ко мне выйди, поставь шкаф. Тыкните. Чё, данжмастера свищить? А Тедис, ты тут?
Хорошо, принимай сунты, холики. Дальше, данжмастер. У нас отправляется в стую пати. Ну, давай, мегалодон. Меня тут ты за что, блядь, скинул? В шестую пати, нахуй. Ой. Я не скидывал ничего. Скидывал, блядь, я видел. Сколько у тебя брони сейчас? Я лечу. Форму взять. Я этот... 4 куска... Ну, приду с утра, в субботу. 4 куска сделаю. Надо будет Шумского попросить зачариться. Крудак? Что там еще? А что ты тратил до этого на... за ОД? Что ты покупал? Какой-то Т7 я кусок покупал. Не просто... Камни. Я посмотрел, ты постоянно по РЛК ходишь и куда-то ОД сливаешь. Да нет, ты чё, я по РЛК раз или два в неделю, наверное, хожу. Он ходит, собирает ОД, я у него покупаю ОД и делаю камни и продаю их на аукцион. Ничего не надо бафать. Дайте по паладину крест и каску. Бегом. По друлю дайте квак, крест. По шаману крест. А, сейчас мегалодона еще засуну. Тебя засумонили? Да. Фул баф еще помогу, дайте крест, кулак. Ой, крест, кулак, крест, каску. По шаману еще креста до сих пор не вижу. Рыбу надо поставить? Саш, поставь рыбу. А Тедис, кресты раздай. На мага, на паладинов. Дюпанатор ушел уже, я забыл. Да, хорошо. 29 500. Чё-то слабенько. Хаваем рыбу. Рыба стоит, все кушаем рыбу. Зачем? Места нету в сумке. У меня тоже. Ну ладно. Да, давай базука с мегалодоном обменивайся. Креветка с кадером. Базука, мегалодон. Друг на друга. Креветка, кадер. Горчинная готовность на наличие фумов. Юю тут. Всяко. Все готово, запускаем. На пол, на кружочек. А, на полов нету, заебись. Сейчас еще аккуратнее. Был на третий? Ну да, давай, опять на третьих, это не знаю, в принципе. Одинаково там. Косты не забываем кикать. Юю, вас, Тандер. Я. Спри по креветке сальву. Искра в этом звездочке. Ты повмешайся в них лопом. Сейчас помешиваю.
Так. Звездочку видите? Дамажим. Так, новая искра появляется за боссом со стороны ромбика. Чё-то да, дежавю немного. Заберу я, если что. Стоит там дамаж. Цыпа. Подвел вам ее прямо к ромбику. Дал ей стан. Всяко скинь раскол. Нет. Пан сальву под всякие, а Тедди сальву по некий фоц. Листы через уход в тень. Печеньки. Печеньки. Дал ей таунт. Ворвался в нее. Дал стан. Сливайте. Давай, Ген. Бэл. Ебошим. На следующую иску забивайте, я, если что, сам ее по контролю. Так, где она там? Где она? Где она? Вон она! Вон она! Заебись. Даже не пришлось контроля. Я подниму с кофе, да? Да, давай ему БР. Дал. Даю лад. Баллада задавай, пока гим на ману, дюрок с бочку. Все, максимально отрезанную ману. Пол баф сделали по скофилду, по кресту. Раздаю метки. Череп. Крест. Квадрат. Ну и собственно кол есть. Перебежали. Баллада по команде. Все под большой купол забежали. Давай, давай. Что-то я проспал нахуй. Все, сели в меточки. Улетели отсюда. Отойдите с диском, блядь, не стойте возле. Вон парящий диск лежит. Блядь. Все, отлично. Большой круг перебежали. Готовишься, если что. Перебежали под большой купол. Сков, готовься. Сков, давай, Дим. Действие диска закончилось. РДшные диски ненадежны. Одно дыхание и все, их нет. Печеньку берите. Все к печенечке. Напоминаю, все летаем сейчас в печеньке, абсолютно все. Я буду чуть-чуть в сторонке и говорить вам. Точнее, не в сторонке, я буду под вами.
Сдвинулись. 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 Еще раз сдвинулись. Поебался. Молния. Сдвинулись. Сдвинулись. Стоим, сдвинулись. Молния. Молния, молния. Все, гадцы. Бля, парни, шею не забирайте, не тыкайте туда. Что, убили? Да, убили. Молодцы. Тренинг с МП5 выпал. Ну, крутая тренинг. Хилов, крутая тренинга. Сапоги с арпом. Походу никому не нужно. Вот эти штаны, как ты думаешь, бисеп считаешь? Ну, блять. В принципе, да. Ну, за полтинник перекрывают статами. Они одинаковые, в принципе. Теми, которые... Возможность, если ПГП смотреть, у меня просто на драконе нету этой кнопки. То выше. Скофилд или тяг? Ты в чат пропиши ЕПГП. Ну, как бы да. Тяг выше. Да он пишет в чат, пускай идет ему. Давай Скофилд. Так, РП это у нас что, ФДК, да? Смотри, сколько там их, 84. Ну, ФДК, либо этот. Я возьму. Если никому не надо, то я возьму.
Тринька вот это нахила считается или что? Да, или да, это нахила. Топовая. Ну, она на самом деле такая, я бы за нее ГП не давал. Она беспонтовая, реально. Значит, не будем давать. Ну так, чисто на первое время, блядь. За ним. Кандлиру закину, а там смотрите сами, может перекиньте. Плечо с критом. Тоже без. Да себе забирай. Параша какая-то. Да там Т7 будет. Шакет надо? А, вон шакету надо, походу. Без ГП надо тебе. Все равно Т7 носит все. ЕПшку начисли. Сейчас, секунду. Ой, подождите, я на Шумского зайду. А у тебя ассис есть, вплюсуйте в гильдию, кто там в дискорде, кто на замене, плюсуйте, если кто не в рейде. Сейчас я взлечу в портал. Типа, если я офнут и в рейде, мне дадут, да? Если офнут... А я... Я на чаре, но я здесь, типа, мути-мути. Начинается. Да-да, сначала сижу. Маги, дайте порт. А кто такой знает, порт? Вот этот ДК Анксун Мун, он нормальный вообще? Да, он нормальный, хороший ДПС. Кто-нибудь шифтаните в чат урон на драконах. Все, можно начислять. Ну, наверное, все. Слава, ну, надо заходить, да. Что персонаж был онлайн или нет? Нет, не надо. Все, так начисляют. Все, окей. Ребята, с драконов не линкуется никаким образом демедж. Вы там должны заходить. Он линкуется, если ты скидываешь после окончания второй фазы. А, я понял. Ну вот тебе будет ДПС драконов. Да. Бля, я завис, короче. Народ, портал снаружи быстрее, срок действия ограниченный. Да, если что, сам ко мне портанусь, потому что я завис. Тема, ты же не убедился, что ты получил эти штаны? Че, Влад, я тебе там 10% 10 ТП накинул. Это... Всем до субботы. Пишите в дискорде в личку. Приду с утра, посмотрю, там присылайте. С утра сразу. Да помогайте, давайте их расхерачим. Тут 4 паладина, алё. Приду, почту прочитаю. Ну, там маг еще. 2 мага вышли. А есть у кого-то танк буквально на 5 минут на ивент сходить? О, Дагариус сходит. Какой-то я что не понял, что за прикол? Почему меня орда убила, блядь? Потому что ты у пати с ренегатами. И чё, типа, все апати могут... Это ренегат, да. Лол. Я просто вот смотрю через, ну... Как говорится, рекаунт, и здесь, ну, вот вы шахтуете, здесь совсем другие цифры. Тут же, ну, надо смотреть, как он нанес урон, вот это, окутаясь пламенем. Там не только окутать пламенем, там еще первая обилка. После второй фазы. Тоже урон идет. Объяснить, после второй фазы надо скидывать раунд, и потом он засекает. Ну там типа урон дракона записывается как питомца, правильно? По идее. Иди нахуй, пидарас. Да, да, вот я смотрю и совсем, ну, не то. Ну что шрифтует. Ну потому что там. Ну, наверное, оно сплюсованное сразу с шифтой, или нет? Топ 3 атак питомца, ну вот, например, у Цыпы. Сколько сейчас у Юи посмотрю. Все правильно он шифтует. Вот он шифтанул, Юи
1.54, оно так и есть, в рекаунте написано. Ну там 1.53.06, ну это типа округляется до 4. Все правильно. С Black Dark все правильно линку. Black Dark, еще раз. Гони в гичат. Сейчас. Ну да, 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 все правильно, я сейчас увидел. Я же обновляю, типа, скаду перед третьей фазой. Все, все. Пожди, что-то мало как-то. Это не весь урон. Это чисто третья фаза. Не, у меня там было больше, чем 800 тысяч. А меня даже в списке нет. Подожди, блядь, извини, это я не то. Валтору 1.016 нанес. Вот. Хорошо. Так-то лучше. Да я смотрю, что, блядь, что такое, у меня в топ-9 нет. Ладно, все, ребят, всем спасибо, всем до завтра. Завтра, если у меня настроение будет, вечером соберу какую-нибудь десятку, кто без статиков, если что, заходите. А сколько стоит 900 ОД? 2800, 2900 примерно. Просто я... Ты Войд тут еще? Угу. Просто заскринь вот это, то есть, когда вы будете делиться на 2 25-ки, чтобы не получилось так, что во второй 25-ке люди будут там... миллион времени тратить. Нужны вот эти люди основные, которые умеют на драконах и будут наносить максимальный урон. Чтоб можно было плюс-минус одинаково поделиться. В течение недели 14. Посмотрим. Видишь, это еще очень сомнительно, потому что мало у кого есть два одетых персонажа, чтобы и туда пойти. Вот у меня паладин, он слабо одет. Зачем на третьей фазе там сильный какой-нибудь... Тебе просто пережить две фазы и все. Ну, пережить-то да. Там еще ДПС додать, чтобы 4,5 минуты где-то осталось. Ну вот смотри, мы как сейчас не пытались, мы давали на первый луже БЛ. У нас выходил урон один и тот же. Ну, типа на третью фазу. 41% на боссе оставался постоянно. Я не думаю, что один ты как вагон. Что-то изменится. Да нет, тут получается так, что у нас в гильдии всего типа там человек 25-30, которые ну плюс-минус одеты, а остальные голые. И то есть, если мы неправильно поделимся, то второй рейд ну не будет доходить эффективно до третьей фазы. Ну, если будет все стакать, именно все 10 человек по лям чем-то сносить, то можно убивать. Да нет, ты не понял. Типа, третья фаза — это одно. Туда, типа, нужны вот эти вот люди, которые умеют на драконах сидеть. Но не стоит забывать о том, что до третьей фазы еще дойти надо. Ты ж не хочешь туда прийти, да. Чтобы там минута до берсе осталась? Тоже верно.